Всем доброе утро! Мы позавтракали уже и сидим в доме пока, потому что на улице дождь, он должен скоро закончиться. В общем, пережидаем, и сегодня холодно. На улице, да нет, еще не закончился. Сейчас буду пылесосить, полы помою. Вот, и пытаюсь загрузить влог. Вчера смонтировала за 2 дня, поставила на ночь загружаться, за ночь загрузилась. Что-то там 13% сейчас грузится дальше. Но я все-таки надеюсь к вечеру загрузить. Там, видимо, ночью отвалилась. Скорость очень-очень маленькая и нестабильная. Алочка. А еще я не... Ну, Артёш, не надо, не трогай камеру. Никак не могу найти Артёшины... Не трогай камеру. Артёшины кеды. Вот эти высокие. Куда я их поставила? Вчера или позавчера, как корова языком слезала. Я уже 2 раза весь участок обыскала. Не могу найти. Хотя вроде бы пару мест, куда я могла деть. В общем, надо позвонить Алишеру. Может, он куда-то переставила, я не заметила. Вот. Маму переставила. Такие вот поиски у меня. Знаете, что это? Ни за что не догадаетесь. Папа сказал, что это его червятник. Он тут червей разводит для рыбалки. Типа тут копнешь, и тут куча дождевых червей. В общем, главное сюда не упасть. Вкусняшка на обед. Смотрите, какая красота получилась. Пахнет божественно. Сейчас будем есть курочку с макарошками. Смотрите, Артемий выспался, и вон под компостную кучу места копает. Видите, как уже много выкопал. Такой вот молодец. Все только на нем держится тут хозяйство. Я сейчас сидела, загорала на солнышке. Чуть сегодня такой день ленивый. Я по работе много всего успела, но... Знаете, такое настроение плавное, никуда не спешишь. Сейчас пойдем поужинаем. Уже солнышко садится потихонечку. Мама! Сейчас буду спортом заниматься. Ничего пока делать не могу. Первый день, когда не болят суставы. Ну нет, с утра болели, но к вечеру прошло. Так что сейчас просто похожу по лестнице вверх-вниз. Меня хватило минут на 15 этой беготни. И, короче, я тут ходила и пыталась отдышаться, уже пришла в себя. Мышцы все свело. Если нормально завтра будет, то послезавтра я это повторю. Ну, как бы в течение дня тут раз 60, наверное, вверх-вниз бегаю. Вот сейчас еще добавила. Прям фух, хорошо. Сейчас еще пойдем в баню. Ну, не париться, а просто душ принять. Горячий душ будет. Вот, помоемся. И потом забуримся в дом. Еще позвонил Алишер и сказал, что он приедет к нам. У него там, в общем, выходные. Остановили объект, где он там работает. Так что он приедет к нам. Не знаю, насколько, но он возьмет с собой кота. На всякий случай. Будем тут всем кагалом сидеть. Ну хорошо, прям очень хорошо. Я сегодня в Инстаграм один раз зашла, чтобы пост выложить, и все, думаю, все, потеряют меня все, я выпадаю из соцсетей, ну, я отдыхаю. У меня вся жизнь завязана на соцсетях, это моя работа, поэтому я даже не знаю, сколько времени я провожу на Ютубе, в Инстаграме, в ТикТоке. У меня в день в среднем 7 часов за мобильным телефоном и еще часа 3 компьютер. То есть 10 часов в сутки я уткнувшись вот в это все.
Это реально очень много. И, друзья, я не знаю, куда делись Артёшины кроссовки. Я перерыла все. Я заглянула с фонариком вообще в каждый угол. Я позвонила Алишеру. Он божится, что их не трогал. Где кроссовки Артёши? А Артемий вон сидит, ужинает. И так забавно, раньше за этим столом сидела я точно так же. Знаете, такая смена поколений. Мне сейчас кажется, что все сдвинулось на одно поколение. Раньше я такая маленькая сидела, папа мой был молодой, типа как я сейчас. И бабушка с дедушкой тут мои были в возрасте моего папы. А теперь сидит Артёша, я молодая, папа мой уже не очень. Прямо реально. Зеркальное отражение какое-то. Очень хочется фотки поделать, знаете, типа повторить фотографии давних лет. Но тут пока еще, видите, нету зелени, и оно выглядит все не совсем так, как на фотографиях, конечно. Смотрите, кто приехал. Семья воссоединилась. Кот в шоке. Привет! Как здорово, что все мы здесь. Его не собрали. Кузьма изучает местность. Артемий, не мучай кота. Кузя просто каждый угол обнюхивает. Доброе утро. Сегодня просто шикарнейшая погода. Мы рискнули, у нас выгул кота. Он ни разу не был на этой даче, поэтому Артемий представлен Кузьме. Чтоб Кузя не потерялся. Да, ну вот ты следи за ним. Потому что на той даче я за кота не переживаю. Он точно знает, где мы, никогда не уходит. А здесь мало ли что. Вот, так что вот сейчас выйдет из-под елочки. Ходит довольный. Да, аккуратнее. Аккуратнее. Кузя. Кс-кс. Мой маникюр, в общем, как всегда, вчера хорошо, а сегодня резко все начинает отслаиваться. Я не знаю, как оно так, реально. Два дня назад он был намертво приклеенный, а теперь вот. Ну, видимо, это из-за того, что я тут в воде руки постоянно держу, еще что-то делаю. Не знаю, короче, почему. Но Алишер привез мне мой маникюрный аппарат, я сейчас буду снимать лак. Новый не хочу красить здесь, потом уже в городе накрашу, просто сниму, оставлю базу. Так что сейчас начну. Артемий тут сидит, бананы ест. Погода просто опупительная. Кот, кстати, сидит вот под той елкой. Мы пришли уже в дом укладываться на дневное сон. И сегодня я буду читать Артёше вот такую книжку. Книга «Джунгли» нашли здесь. А почему я решила ее показать? Потому что это моя книга. И мне кажется, я была в возрасте Артёши, когда мне ее купили. Сейчас посмотрим. Вот видите, ЛТД прям издательство. Древнее. Какой год-то? Какой год издания? Где? Так. 94-й. Вот, видите, правду говорю. Чуть старше Артемия была, когда мне ее купили. Будем читать? Да. Да? Тебе нравится на даче? Да. А что тебе здесь нравится? Пузырики. Пузырики. И ходить чумазом весь день, да? Я уже перестала его вытирать, потому что он каждые 10 минут пачкается. Поэтому ходит здесь чумазом ребенком, как и положено. Да. А у нас вечерние посиделки. Алишер греется на крылечке бани. Мне тут тоже нравится. Вечером, когда закат, вот это последнее место, где остается солнышко. И тут тепло-тепло нагревается за день. Ой, Артемий убежал. С Кузей бегает. Кузьма тут уже полностью освоился. Орет только все время, потому что утром я ему выдала поесть. Он что-то покусочничал и все. По лестнице убежал наверх. Ку-ку! И, короче, все остальное Рекса доела. Кузьма остался голодным.
Сейчас я в первый раз буду топить печку сама. Папа мне вчера показал, что надо делать. Посмотрим, как у меня получится. Никогда я не делала. Я красавица, но вроде бы я справилась, но разгорелась. Сейчас смотришь на меня. Вот я теперь умею печку включать, умеешь, хотела топить. Сказать, топить. Так что все, мы выживем. Пошли гулять еще? Да. Такая у нас крутая лестница со второго этажа. Эти перилки для меня делали маленькие они, а эти для моего младшего брата. Кстати, наверху вот эти перила, они очень-очень низкие, на самом деле, они мне по колено. Это тоже было для меня, когда я маленькая была. Смотрите, какая луна красивая. Она так закрыта облаками. Мне же захотелось камеру достать. Птички чирикают, я не устаю их слушать. Но, собственно говоря, как видите, уже ночь. Вот, и пора ложиться спать. Поэтому, ребятки, пока-пока. Увидимся с вами через пару дней.